Всем привет, друзья! Вы на канале Тайна НЛО. Ну что, сегодня вам расскажу несколько удивительных факторов и о том, чтобы вы должны прекрасно понимать, что происходит. Наше путешествие заключается в том, чтобы вы понимали, что вы видите, и самое главное, что вы знаете. Это видео, которое перед вами, друзья, находится, это летающий объект, который напал на одну горную деревню. Я не буду говорить, где именно, но самое интересное, это то, что зрители, подписчики пытаются как-то уйти от темы. Это видео нам попало от одного очень интересного жителя, который проживает в этом месте. Он рассказал, что в таких местах, где он проживает, множество необычных пещер, а еще туннели. И тут, друзья, нам очень интересно знать, что на самом деле внутри этих гор. И вот недавно случилось очень интересное явление, аномальное, скорее всего, НЛО, которое прилетело, напало на эту деревню. Как утверждают данные, подписчик, который рассказал, что один житель деревни вынес с одной пещеры очень интересный артефакт. Никому не говорил, и золото, и вот тут, друзья, через несколько дней на него напало это НЛО и уничтожило пол деревни. Правда это или нет, я не знаю, но давайте все-таки посмотрим второй видеосюжет. Это видео, которое вы сейчас, друзья, наблюдаете, нам прислал очень интересный подписчик, рассказал о том, что это термоядерная ракета была выпущена именно, чтобы уничтожить этот НЛО. Правда это или нет, я не знаю. Но, как утверждает, он проезжал на своем автомобиле и видел нечто интересное. Кстати, там располагается военная база. И он рассказал, что это не просто военная база, а ракетная военная база, где множество ядерных боеголовок. Перед вами видно, как запустили одну боеголовку. Ядерная или это термоядерная, я не знаю. Но самое интересное то, что ее запустили. И она летит, чтобы уничтожить этот объект НЛО. Когда и где была заснята, я не могу точно сказать. Но подписчик рассказал о том, что все происходило прям рядом с ним. То есть это видео было где-то заснято километр, может полтора от того, что вы видите сейчас. Но самое интересное то происходило дальше. Эта ракета достигла цели или нет, нам неизвестно. Но подписчик рассказал анонимно о том, что он видел дальше. А дальше, если вам интересно, подписывайтесь на Инстаграм, я вам там все расскажу. Но а пока что вы видите только пол сцены, который нам удалось вам показать. Ну а дальше еще интереснее, друзья. Давай. Правильно, а здесь происходит еще интереснее. Знаете, что самое интересное? То, что множество подписчиков, которые нам присылают видеосюжеты, рассказывают о том, что мы видим и то, что мы слышим, это уже очень странно. Самое интересное в плане того, что это все происходит на глазах у очевидцев. Видео или что-то наподобие раскрывают огромный потенциал. Необычный объект НЛО заряжает дрон. Кстати, да, я забыл вам сказать о том, что у пришельцев также есть дроны. И вот тут самое интересное происходит дальше. Множество очевидцев просто думают, что это фейк, это неправда, и оценить ситуацию очень тяжело. Но на самом деле, друзья, я хочу сказать только то, что это, друзья, самый интересный момент. Они заряжают дроны, чтобы контролировать нашу планету, и это уже не факт. За последнее время было замечено очень множество летающих объектов, которые меняли цвет и даже, друзья, нападали на военную технику. Что на самом деле странно в этом моменте, я не знаю. Но давайте посмотрим четвертый видеосюжет. Множество очевидцев, наверное, думают, что нас окружают какие-то пришельцы. Но на самом деле это может быть даже тайная секретная разработка. Я за последнее время видел много чего интересного, но именно то, что сейчас я вижу, друзья, хочу вам поделиться. Подписчики, которые утверждают о том, что это фейк, это неправда, это все нарисовано или что-то еще, у них нет доказательств того, что это может быть и реально правда. Но давайте все-таки будем скептически относиться к тому, что мы видим. Шарообразный объект и какой-то необычный
момент торнадо. Знаете, что самое интересное? В этих местах мы были еще в 2017 году. Там располагается... И все это происходило прямо на глазах у одного очевидца. Я не хочу конкретику говорить о том, что это фейк, это неправда. Это вам решать, друзья, потому что множество таких технологий реально страшные. И кто их создает, нам только известно только одному человеку. И то это не человеку, вы знаете сами. Но давайте все-таки разберемся правду. Почему нас именно захватывают эти аномалии. Посмотрите сами, природа, катастрофы, необычные явления и так далее. Но давайте все-таки вернемся к последнему видеосюжету. Как вы думаете, что здесь происходит на последнем видеосюжете? Я вам оставлю комментарий, чтобы вы сами смогли прокомментировать. Ну а я с вами, друзья, не прощаюсь. То, что я вам показал, надеюсь, вам было очень интересно.